Рядом со мной находится директор по продажам компании Goodwill Елена Болотова. Елена, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Наша компания существует более 20 лет на рынке, и мы сами являемся производителями полного цикла, производители с Алтайского края. Имеем свои поля и сами выращиваем, перерабатываем зерно, и сейчас на выставку привезли продукты быстрого приготовления, полезная еда, которую можно быстро приготовить. А скажите, пожалуйста, вообще какая у вас линейка продуктов у Goodwill? Есть крупы классического ассортимента, есть хлопья, не требующие варки, есть хлопья, которые нужно варить. Все это полезно, вкусно и можно быстро приготовить. Плюс к этому мы сейчас привезли новинки на выставку, которые являются быстрым перекусом для офисных работников, в том числе и для молодежи. То есть это вкусно, полезно, без химических добавок и заменителей, ароматизаторов и так далее. То есть это реально вкусно. Довольны ли вы результатами выставки ProDexpo 2020? Мы на самом деле уже на протяжении нескольких лет принимаем участие в этой выставке. Эта выставка также показывает пока в данный момент хорошие результаты. К компании есть интерес, к продукции есть интерес. И также мы ищем новые горизонты для себя, для расширения. Елена, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.